Блогершу нашли валяющийся в объедках пиццы. Куда идем сегодня? Мы идем на йогу. А вам нравится эта песня? Костюм Леди Гаги для Марса. В налоговой точно делают скидку за запах. Меня там мурыжили 40 минут. Вы еще мне позорите. Бизнес Ультима. Всем привет, и это мой влог последние дни лета вообще. Почему я его снимаю, почему? Реально уже заканчивается лето, у меня вопрос. Но сегодня и ближайшие дни будет очень много всего интересного, будет много планов. И я вам, конечно же, это все буду показывать, потому что давненько не было влогов. Очень необычно себя видеть во влоге уже нормально собранным и красивым. Я проснулся с утра, вывел Марса, сделал примерку перед фотосессией. У меня сегодня очень важная рекламная съемка, и мне нужно на нее красиво быть одетым. Вот, а еще перед этим я еду, не поверите, в Можайск. Это 2 часа от Москвы. Еду в ГИБДД сдавать свои документы на права. Да, я совсем скоро буду проходить экзамен и, возможно, получу, наконец-то, водительские права. И хейт от Лизы, то, что я ничего не умею водить, закончится. Но, честно, из-за того, что конец лета, состояние примерно вот такое. Когда ничего не успел, реально. Ой. Кто тут? Что тут за принцесса? Спряталась. Это я про нее. Больше фильмы с тобой смотреть. Почему? Потому что ты постоянно засыпаешь. Хочу немножко рассказать о своем питании. Я с недавнего времени очень стал активно заниматься в зале. И мой тренер мне сказал: Сашечка, тебе нужно питаться правильно. Я говорю, я это делать не могу. И он мне нашел идеальное решение. Я, короче, стал питаться ланчбоксами. И теперь каждый день с утра мне приходит вот такая доставка, где уже все за меня посчитано, придумано. Вот с таким меню. Сегодня вторник. И вот я буду сейчас есть вот такую гранолу с муссом из черники или ежевики. И вот на целый день, условно, у меня есть еда. И честно, это прям супер удобно, потому что, во-первых, я не успеваю никогда готовить, и из-за того, что я не успеваю это делать, я ем всякую бяку. То есть, что попадется, реально, здесь нет выбора. Иногда не приходится мне выбирать. А тут уже все такое разнообразное, вкусное, а самое главное, полезное. Конечно, не прямая реклама, но мне нравится. Я уже вот 2 недельки сижу на таком питании, и результаты нереальные. Просто еще чуть-чуть, и меня не будет видно. Иди за правами, без прав не возвращайся. А ты мне что скажешь, а? Самый пиздатый пес. Неси косточку. Пока-пока. Правда? Папе нельзя права. Водитель говорит, не могу там стоять, и, короче, надо быстрее. Говорю, я шагаю быстрее. Я реально шагаю, потому что не могу бежать в этих лоферах. Купил себе новые в Заре. Такую классику в школу, в университет, в офис. Осталось только найти место работы свое. Ладно, мое место работы интернет. А там я могу шагать в чем угодно. Поэтому лоферы, в принципе, остались только для университета. Ну и для официальных встреч, поэтому ГИБДДшникам еду с ними. Короче, ребят, ничего вам не снял оттуда, забылся вообще, что у меня влог, потому что у меня были в голове только мысли про какие доки и куда мне идти. Короче, приехал я в это отделение ГИБДД, дал документы, меня там мурыжили 40 минут. Вот я не понимаю, смысл онлайн-записи? У меня была на 2.20, а по итогу только в 2.40 я смог по живой очереди долбиться в это окошко. Как бы смысл этой онлайн-записи, если все равно придется кричать, кто последний, кто крайний. Вот, ну короче, побыло там минут 50-40, потом еле как оттуда выехал, такси ко мне 20 минут ехало. Ну, короче, был не в лучшем настроении, но хорошо все то, что все хорошо заканчивается. Документы приняли, скоро будет сдача экзамена, честно боюсь. Мне кажется, если я за это лето успею сдать на права, это будет офигенно. Просто самое продуктивное лето в моей жизни. Ну, а если нет, то и ладно. И похуй. И на такси поездим. Сегодня, кстати, за такси я уже отдал 9000 рублей, сегодня потратил на такси, это пиздец. Меня сегодня Лиза не смогла отвезти. В Можайск 3,5 на экономию. На экономию, ребят. Вперед и 3,5 обратно. 7, и вот сейчас еще до перекрестка 1000. Без перекрестка 1000 до дома. Блять, я счастлив. Ну и все, наконец-то я приехал. Даже не знаю, к Тане или... Посмотрите, какая... Вот просто какая красивая квартира у Тани. Со своей фотостудией. А вот этот гардероб. Прям хочется Таню выгнать, забрать ключи. Немножечко. И какая хозяюшка все-таки. Спросила, Саш, голодный? Нет, предложила разное меню. В гости хожу только к таким теперь. Внимание, я пришел пофоткаться. Ах, тут вообще, какой прием. Я в шоке. Если что, я секретный гид Мишлен. Сейчас я буду. Во-первых, посмотрите, какая красивая бумажка была здесь. И как она сочетается со стеной. Я в шоке. Так, ну вернемся к моему гиду Мишлен. Паста такая у нас рабьята, да, с помидорами. Очень вкусная. 3 звезды. Ну там максимум 3. Так, не шуметь быстро. Сашка влог записывает. Так, я сейчас вот такая плакса. Еду за мясом Марсом. Потому что Марс, короче, не наедается обычным кормом. Из-за этого он себя очень непослушно ведет, как нам сказала. И надо, короче, ему уже давать натуральное мясо, чтобы он был настоящим мужиком, бля. Вообще, собака не из дешевых удовольствий. Каждый мясо
денем ему паштеты, водить к ветеринару, игрушки. Поэтому, ребят, прежде чем завести собаку, подумайте, насколько вам это надо. Потому что Марсику, и тем более, и знаете что? Вот сидишь просто на каком-нибудь, не знаю, Валберес и Озоне, и вот видишь игрушку для Марса, ну, конечно, ты купишь ее. Черная финансовая дыра, а не собака. Смотрите, деревья уже такие, они, не знаю, прям от них какое-то чувствую запах осени. Они даже где-то уже желтенькие, желтеют. Не очень хочется, а вроде и хочется, даже не понимаю. Но хочется точно осени в Париже. Вот там она, конечно... Марс, ты ли это? Сегодня какие-то колоссальные пробки. Вообще, я сегодня в дороге провел уже 5 часов. Блять, просто выбрал день для влога. Это очень современно. А вам нравится эта песня? По настроению. По настроению? Не особо фанат. Ой, ребят, это просто угар. Он это сам включил, потом сам начал подпевать. Потом начал все в моей жизни. Раз спрашивает, говоришь, любишь такую музыку? Говорю, ну да. Итак, я пришел в поиски за мясом для Марсика. Надеюсь, мой маленький троглодитик будет рад такую ему вкусняшку-то купить, да? Итак, костюм Леди Гаги для Марса. Не понимаю, жду ответа от Лизы. Она там перекидывает диетологу, что выбрать. Ребят, я в шоке. Лиза сказала сфотографировать стейки для Марса. Просто что? 5-месячному щеночку уже вот такое. Ну, сейчас ему рибайчика купим. Пиздец. Блять, это какой-то бред. Этот кусок мяса, во-первых, стоит 1200 грамм всего, или 300, сколько он там. Ладно, это полубеды. Меня, вот вы видели, повела сотрудница. Это мясо я даже не мог взять в руки. Она его должна была передать продавцу, кассиру. И теперь, внимание, я не могу пойти. Я не могу пойти расплатиться через автомат, хотя мне, ну, это будет удобнее, у меня там 3,5 позиции. Я должен отстоять всю очередь, все вот эти вот тележки. Тупо из-за этого кусочка мяса. Пиздец, я в шоке. Кусок мяса нельзя взять в руки. Я и глазом не успел моргнуть, как закончилось лето. Мне скоро нужно будет уезжать в универ, а вам, многим моим зрителям, скоро в школу. А дальше экзамены, а дальше вы не успели подготовиться, но вы все еще можете не допустить такую ошибку. Но если вы ищете качественную подготовку к выпускным экзаменам ОГЭ и ЕГЭ, так еще чтобы сдать на хорошие баллы, то у меня есть для вас решение. И, кстати, оно совсем не ударит по вашим кошелькам. Вам, выпускникам, очень крупно повезло, ведь есть онлайн-школа Сотка, которая не берет доплату за предметы и подготовит вас по небольшой фиксированной цене в месяц по всем предметам, которые вам нужны сдать. Сотка – проверенная школа. В ней отучились уже более 130 тысяч учеников, и каждый третий сдающий ЕГЭ сдал его на 80 плюс баллов, а большая часть сдающих ОГЭ на 4 и больше. Вас подготовят с любого уровня именно на тот балл, который вам нужен для поступления в вуз, который вы выбрали. В этой школе молодые и опытные преподаватели, все преподы на одной волне. В общем, в школе классная атмосфера. У ребят очень быстрая проверка домашки. В среднем она занимает 20 минут. Это очень круто, ведь ты сразу понимаешь, усвоил эту тему или нет. И также с пробниками. Их проводят каждый месяц, и ты сможешь наблюдать свой прогресс по баллам. А самое крутое, Сотка разыгрывает Mercedes SC-класса. Один месяц подготовки в Сотке равно один лотерейный билет. А приглашая туда друзей, за каждого друга вы будете получать еще один билет и 1500 на карту. Для участия достаточно оплатить подписку на один месяц в Сотке, ну а больше месяцев, больше шансов на выигрыш. Вы ЕГЭ хорошо сдадите, и Мерс сможете получить. Прикиньте, как круто уехать с Соткой в кармане и еще на Mercedes SC-класса. Я уже хочу. 15 сентября цена повысится, поэтому торопитесь записаться сейчас. А еще у меня для вас есть приятная новость. По промокоду TESLON10 вы получите скидку минус 10%. Оставляй заявку на пробный урок сейчас, тебе перезвонят, ответят на все интересующие тебя вопросы и помогут принять решение. Ссылка в описании. Ой, ну посмотрите, вы смотрите, как он рад. Все. Finally at home. Сейчас впервые будем давать ему мясо. Блять, такое дорогущее, только попробуй не съесть. А то у тебя хвостик, а? Прикинь, реально такой, типа, не, пошли нахуй. Я ему расскажу, как меня вела эта женщина. И какой невероятный стыд я испытал. Она еще, самое главное, ведет меня на кассу, на которой больше всего людей стоять. Я говорю уже кассирше, которая она передала мясо. А можно, пожалуйста, хотя бы в автомате оплатить? Она меня так смотрит, потом на мясо вниз глаза опускает. Ой. Да, блядь. А сколько ему надо? 50 грамм. И вечером еще 50 грамм. 46, нормально. Перебор уже. Ничего. Ой, ты, блин, идентичная девушка у меня оказалась. 50. Так, а мы ждем. Я слышу, мне мама что-то делает. Как думаешь, охрененно прям ему будет? Я думаю, он сейчас просто охуеет. Он сейчас просто охуеет. Он после этого есть не будет вообще ничего другого. Mm-mm. Мы счастливая семья. Мы живем ради собаки. Мы работаем ради собаки. Мы все делаем ради собаки. 48. 8, нормально. Блядь, она 2 грамма дорезает. Вот пиздец. Вот бы ко мне так кто-то относился в этой семье. Ты куда уже 55? Оно 1500 стоит. Марсель. Давай, давай. Лиза его, кстати, начала называть Марсель. Мне это не нравится. Понравилось. Хвостиком-то как, а? Понравилось.
есть такая вкусняшка? Ну он за такое должен хотя бы сидеть. Сидеть. Пойдем такую попробуем скушать. Конечно, пойдем. Ну-ка. Ой, мама дала мясо. Просто мировой рекорд по поеданию 50 грамм мяса. 3 секунды, а уже полмиски нет. Все, ребята, он не жевал. Просто это скорость. Он в меня. Это пиздец, все, он все съел. Понравилось? Целую папу. Целую, блядь, папа пришел, папа. Так, а ланчбоксики-то мои выручают, очень хочется кушать. Вот обед 2, не обращайте внимания, ем их в разнобойчик. Какая разница, главное весь колораж за день. Кстати, это мой последний ланчбокс, что я буду делать до ночи, не знаю. Впервые в жизни, мне кажется, я пробую нут, реально, ну, именно в таком виде, вот, как гарнир. И это вкусно, я даже не знаю, на что это похоже. Тут еще тыква, говядинка, очень удобно и, главное, вкусно. Внимание, включили видеозвуки, которые ваша собака полюбит, смотрим на реакцию Марса. Ой! Да, блядь! Ой, правда, видимо. Понравилось. Он не понимает, откуда звук. Он так головкой поворачивает, вот так. Как занять ребенка? Бычьи хуи, пройденная тема. Теперь новая. Вот, так, смотри. А сейчас будем играть в игру «Поймай таракана». Все тараканы словлены. Короче, потеряли все карты, потеряли все ключи, собирались 20 лет, но все-таки выехали. Мы едем к Карине, орлот бою на апрена Василье. Не какая-то не вечеринка у нее дома, а просто мы посидим у нее наконец-то на новой квартире. Боже, ехать кому-то в гости, а не к себе, а не у себя всех принимать, это нечто необычное. Мне кажется, такого еще не было в Москве за всю эту поездку. Мать вынесла на руках милого Марсика. Отя, куда мы едем, блядь? Мы Марсу постоянно говорим «Аришка, Аришка, Аришка». И он начинает быстрее бежать. Арина вот тут читает, пока все драет, видимо. По хатам блогеров. Новое шоу мое на YouTube. Классные часы очень. Итак, первая комната, Wednesday. Так, ну стол такой, да. Прям тиктоки тут редактировать. Что у тебя здесь? Ван, коврик мокрый, блядь. А здесь это для лилипута, я так смотрю. Да. Полежать прям согнутыми ножками, классно. Такая вот, смотрите, какая милая гостевая зона. Понятно. Понятно, что же живет Арина, господи. Ты торт приготовила? Вот это ты приготовила? Это тирамисуша? Ну, почти. Пахнет, кстати, очень вкусненько. А доктора Пеппера-то это что такое? Да. Арина? Рот не разеваем, но мой доктор Пеппер. Я вообще такой не люблю. Короче, ребят, мы интеллектуальные блогеры, мы начали играть в шашки. До шахмат пока не доросли. Если честно, к своему стыду даже не умею играть в шахматы. Вот смотрите, Арина просто в одно соло. Отмечает свое новоселье, уже выезд из этой квартиры, видимо. Можно я скажу, сколько стоит вот это великолепие? Внимание, ребят, эта квартира стоит... Нет, это пиздец. 170 тысяч. А можно сказать, сколько наша стоит? 65. Я на ближе. Можно было 3 наших взять. Так, рот, вы еще меня позорите. Ну, зато такая картина. Это как будто, знаете, шарики эти, которые воздушные. Ну, нате уже. Ну, это не мое. Арина, да чего ты суешь, а? Я напряженный кубок Балашова по шашкам. Лео Месси и Рональдо с этого. Эй, я Месси. Я играю черными. Ну, зато у меня есть дамка. Не может думать, и когда снимают. Все, едем домой спать. Натусились жестко. У нас просто идеальный пес. Он вот так ложится и спит в такси. При любых обстоятельствах он в машине засыпает. Ой, как он рад встрече. Просыпаться от поцелуев Марса, все остальное. И я не боюсь глистов. Так, доброе утро вообще, друзья. Я был на тренировке, забыл вам ее снять, но буду на ней завтра тоже, и поэтому вам все сниму. Сегодня день обычный дома, потому что на улице, ну, посмотрите, что. На улице опять апокалипсис, грустняшка, ну, прям вообще не айс. Сегодня мама будет отдыхать. Сегодня уж ты еще папа сидит, ладно? Ты такой крокодильчик. Да, сегодня вообще. Мать бросила, бросает нас. Боже, жизнь ланчбоксера продолжается. Сегодня какая-то каша и запеканочка. Честно, не очень люблю саму по себе кашу, но, блядь, что делать? Хочу очень красивое тело. А тут уже, как бы, знаете, просто ешь, и все будет хорошо. Не буду весь день дома, только что себе намутил планы интересные, но там все увидите, короче. Все, иду завтракать. Боже, уже 10 минут этот ремень не может придумать, с какой стороны-то, а? Ты в курсе, что на налоги скидку не делают за красоту? Саш, делают. Я уже даже боюсь, кому она так собралась, а? Ой, в налоговой точно делают скидку за запах. Смейся, смейся, а меня муж такую заберет.
Я созвонился со своим стилистом. Видно только меня, стилист сегодня не выходит визуальным контентом. Мне недавно пришла, вот вы видите эту огромную кокучу? Это моя новая базовая одежда. Сейчас мы ее будем потихоньку мерить и обсуждать вместе. А вы за этим всем будете подглядывать. Итак, друзья, мы собрались. Посмотрите, какие мы сегодня красивые. А? Вообще класс. Идем, наконец-то, в люди. Ну, только посмотрите, пожалуйста, на вот эти пробки. Это, блядь, такой пиздец. А как такси ко мне, блядь, приедет? Просто что за на грани фантастики, правда? Короче, спустя полчаса мы смогли, наконец-то, сесть хоть куда-то. Блядь, пиздец. Ну, а в такси мы, конечно же, вырубаемся. Так, ребят, ситуация. Мне нужно было сделать вот такую фотографию для обложки. Я специально Марса привел в такое красивое место. И, внимание, как его просил мне сделать фотографию. Ко мне подошли девочки Лиза и Настя. Я им говорю, у вас есть 3 минутки? И вот мы достали черноголовку вместо шампанского. Все налили, Лиза прям подержала. И вот смотрите, какой у нас результат получился. Ну все, просто я в шоке. Спасибо вам большое, девчонки. Ребят, ситуация. Мы с Марсом просто переходим дорогу, и меня фотографирует стрит-фотограф. Вот реальная история. Hello, I'm a стрит-фотографер. Я вам сделаю пару фотографий. Ну, я, то есть, и не знал, и перешел дорогу, и он мне их показал. Посмотрите, ребят, что это вообще такое? Круто вообще. Я ему даже денежку перевел. Такие фотки классные. Ну, я в шоке. Меня впервые фотографировали, типа, из-под тяжка. Hello, I'm a street photographer. Would you like to make some pictures? Ну, наконец-то, спустя 20 лет приехала. Да. Расскажи, почему так долго? Я вызывала такси. Вызывалась. И, смотри, ты еще на ручку. Вызывалась, но... Ой, как рано мне ее видеть. Я вышла, там она была написана, через 2 минуты приедет, и бац, опять 14 минут. Я жду, я ждала такси 40 минут, я ждала такси. И вы тоже? Да. Я вызвал 7 такси, у меня был конкурс. Мне ужасно было отменять, но я очень спешил, поэтому как бы да. А мне Саша сказала, вызови несколько такси, я вызвала 2, и там обоих через 1 минуту. И я думаю, мне что сделать, мне часов не приедет. Ехать как Жан-Клод Ван Дам в этой рекламе Мерседеса. И мне, кстати, очень нравится заведение, где кухня открыта, и ты все видишь. Это прям круто. Так, легкий апдейт. Марсику принесли подушечку, он тут ложится, а Арина села в миску, которую принесли тоже Марсу попить. И теперь у нее вся мокрая жопа. Ну что, счастлива? Я очень счастлива, мне безумно круто. Ой, ребят, ну просто триггер-ворнинг зависти. Уже такую вкусняшку нам принесли. Очень вкусный Арины коктейль. Думаю, как же у нее его спиздить. А у меня вот такой вот с ежевикой лич, тоже хороший. Вас поцеловали. Знаете, вот блогер это, у Арины предголодный обморок, она ничего не ела, не ела. Но она сначала снимет, а только потом начнет есть. Боже. Так, сначала выложим, а потом съедим. Арина себя наперчила настолько, что, короче, пиздец. Я ей говорю, буду, пойдем холодной тебе водой помоем. Нет, я справлюсь. Арина, так, быстро. Попробуй. Эй, мы только бычьи хрены кушаем. О, все, о, начали грызть Арину. Ну все, разбудила, все. Ой, какая любовь. А я вся Лизер. Расскажи, я все твоей маме расскажу. А? Мальчик уже взрослый вообще-то. Вот, Арин, просто мысль, вот подумай. Вот сейчас у тебя куплены все подарки к Новому году. Тебе уже, вот ты все знаешь. Такой вот момент хотел сказать перед распаковкой, что же в сумке у хозяина Марса. Бокалы. Шампанское, которое черноголовка. Ладно, продолжаем. Миска. Это все Марса? Да, бычий корень. Кость. Она хоть пищит? Она очень часто в сумке делает внезапный рулетка. Сбор какашек. Такой вот брелочек, да? 50 граммов мяса, из-за которого перекрестки меня водила женщина. Так, не облизывайся. Санскрин тоже для Марса. И второй бычий хуёк. Это все я собираю, да, чтобы в суде на алименты показать, что я тратил на те деньги. Ну все, получается, я тебе 500 рублей должен. Стой, ну-ка. Эй, ты куда? Ко мне, за мной, мальчик. Я знаю, что сделать, чтобы он пошел ко мне. Иди сюда. Подстава. Все, держи вкусняшку. 3, 2. Ну что, ты что-то быстрее было. Молодчина, а теперь гулять и какать. Ребят, знаете, просто вот с чего я реально в шоке в Марсе. Вот мы сейчас вообще в незнакомейшем нам месте, и он отлично гуляет, ему прям хорошо. Просто вот у многих собак, и мы чего боялись, что он будет зашуганным и не сможет вообще адаптироваться к новому. А он вообще, как будто всегда здесь, да, гуляли? Так, идем какать. Марс, ну покакай. Ну что, у тебя запор, что ли? И у Марса сейчас в голове играет. Алкоголь, фу. Сигареты, фу. Ну реально, он меня опять привел на эту спортплощадку. Марс, мы что-то о тебе не знаем? Нет, посмотрите, она ему еще и цветы купила. Так, мы Лизе все вот это документируем и уже отправляем. Посмотри, как он хочет...
Марс, ну, срочно вызываем Машу Малиновскую, снимаем программу «Измены». Пиздец. Пришли в гости. Я купила цветы себе, не Саша. Марса купила, мы все видели. Не надо подкупать его. Все, отдыхаем, а потом снимаем мне рекламу. Нет, ладно. Поможем потом. Спасибо. Афишерали люжва, жена не помаре, не-не-не-не-не. И под инстасамку спит, и под Уикенда. Кто же его рад будет? Так, Аришка, видимо, извиняется за вчерашние роллы. Взяла мне тут просто на, сказала. Тебе с корочкой. Эй, ты куда? А мне вот так. Боже, все прощаю, Арин, правда. Спасибо. Кстати, очень вкусно. А вот тебе и как... Откуда, блядь, а вот и квартира за 170 тысяч. Иди сюда, пожалуйста, дай я тебя выкину. Это пупсень и пупсень. Пиздец, Саш. А что такого? Пиздец. У Арины реально коридор из фильма ужасов. Просто, ну, квест. Я реально испугался. Ты испугала его тоже. Арина сегодня его миллион раз испугала, он все равно ее любит. А сейчас Арина Орлов в бою будет делать обложку. Точнее, мы будем вместе делать обложку. Я креативно, да, немножко скажу. Она просто умеет реальных делать. Не прям, конечно, да. Да нет, Арина мне... Правда, вот сейчас фан-факт. Я не знаю, знаете вы нет, все обложки мне делает Арина. Все, кроме двух за год. Не знаю, за что такая доброта. Видимо, за роллы она решила оплачивать заранее, которые съела. Но я, честно, в шоке. Арина мне просто безумно помогает. Мы сейчас будем делать обложку на мой подкаст. Да, мы записали уже несколько выпусков. И вот один с Аришкой будет самый первый. Там еще будет Лиза, Ксюша и Катя. Мы поговорили там про ЕГЭ. Вот, и я уже очень жду, когда он выйдет. Ну и, наверное, он выйдет прям, когда и этот ролик выйдет. Очень много работы. Вот мы записали этот подкаст 5 или... Да, 5 августа. А вот сейчас уже 20-е, 24... Какой сегодня? 23-е? 23-е, а мы еще даже, ну, не то, что не на финишной прямой. Там еще проходят работы. Мы сейчас только обложку делаем, там еще миллион всего. Это оказалось намного более энергозатратнее, чем простые видео. Обезьянка, приветик! О, а то, что Ксюша называет Марса обезьяной. Ладно, ребят, я пошла. Он не с Валбереса, дай. Ладно, ребят. Так, переключился на другую. Марри. Вообще. Ну это что Ой. Такое? А мама-то что скажет? Не что не ты скажу. Делаешь во время, я пока не... ее нет? А где Марсик? Даже не знаю, как это комментировать. Ребят, почему-то очень мало на самом деле. Рубашек в клетку. Да. Вот я вижу 3. У меня вон там еще. Сколько? Сколько вот у тебя рубашек в клетку? Не больше 10. Это лечится. И одинаковые белые футболки. Да. Просто одна с Кархат, другая с Убей. С чем нужно уходить из квартиры сестры? С чемоданом. Чемодан, вокзал Москва полный. У меня дежавю жестоко. Пиздец. И ты сейчас скажешь то, что типа там еще, ну, красивые съемки. Нет? У тебя не было такой идеи? Фу, дежавю, снятое на камеру. А еще говорят, блогеры богатые. Вот один чемодан, на улице собаку в куртку. Вообще. Ребят, внимание, сейчас просто убираюсь, вот куртку вешаю, чувствую, что-то тяжелое. Ну, думаю, золотой слиток. Внимание, что там было, блядь. Сдохший огурец, кто будет? Все, блудная мать вернулась. Наконец-то моя смена окончена. Доброе утро, новый день, новые свершения, как говорится. Так, я уже позавтракал, погулял с Марсиком. И сейчас выбегаю на тренировку. Вот я вчера вам ее не подснял, а сегодня точно-точно надо. Пиздец, я даже вопросов не хочу задавать, что это делает в моем подъезде. Это какой-то, блядь, пиздец. Сидит. Саша так сделал тренировку, что опоздал на 40 минут? Ну не на 40, а на 25. Боже, я не бегал миллион лет. Быстрый запуск. Ну что, Саш, легкая разминка, сегодня день ног. Я очень надеюсь, что ты приехал на скорой, потому что будет весело. Так, сегодня блок из зала снимает Богдан, поэтому за шутки не обижайтесь, если они были плохие. Можно пожестче? Да, давай, давай. 40 килограмм, надо чисто так размяться. Кстати, первую тренировку мы еле-еле 40 присели. Выравниваем стопы, выравниваем таз, живот напряжен. Хорошо, давай больше таз назад, не бойся сесть. У меня уже здесь 70 килограммов, это почти столько, сколько вешу я. Муравей может поднять больше своего веса, это правда. Колени в стороны, контролируй пятки. Выдох. Ну смотри, молодец. Сложно? Легко? Что чувствуешь? Сделали только 3 подхода на одно упражнение, я уже не могу. Давай, Саш, колено вперед не воешь. Колено направляй к мизинцу наружу. Хорошо. Сейчас посмотрим, до какого состояния тебя доведет это упражнение. Готовься. Вообще мне очень нравится наш зал, здесь никогда. Нет, больше 3 человек, реально. И он такой компактный, вот. Мы сейчас делаем фотографию до тренировки. И после. Просто Саша Тесл, все.
Итак, папа дома. Марс. Не получилось заснять нереальное приветствие. А что, блядь, произошло? Все было чисто. Вчера все я убирал. Лиза собирается, Саша убирается. Ну, хоть и... Ой, как мне рады. Привет. Ну, иди ко мне. Иди, моя красотка. Целуй. А че не целуемся? Короче, в этом доме меня не признают больше. Я 10 минут звонился не в ту дверь, не в ту квартиру. Я вместо нашей звонил на пару этажей выше, случайно. И не ту кнопку нажимал. Ты на лифте поехал? Нет, не стучался вниз, я на домофоне 158 набирал. А то, что Лиза уезжает из дома с чемоданом. Ну что это значит? Ты что, нас настолько бросаешь? Мы тебя достали. Съебал, не отдал мне черный пиджак. Мне сегодня снимать рекламу. Сегодня вообще весь день блога построен на том, что я буду снимать рекламу, потому что там очень много нужно разных кадров. У меня согласованный лук. Это надо с брендом согласовывать. Типа, они говорят, оп, в этом снимаемся. И тут Лиза мне заявляет за 3 секунды до своего ухода, что она его забирает. Я сейчас этот чемодан проверю, что она там еще взяла. Значит, мои вещи общие, а ее вещи ее. Господи, какой она уже здесь день. Ладно. Арина сегодня приехала помогать теперь мне снимать рекламу. У нас сегодня реально день будет построен только на ней, блядь. Мы сейчас поедем на пикник. Потом надо будет цветы купить. Мне цветы надеюсь, да? Так, ты сначала Марса уводишь, теперь меня из семьи. Это вообще нормально? Все, собрались мы на пикник, идем туда исключительно ради рилса. Да, мы не true блогеры, мы фейк. Мы только что разогрели пиццу. Вот бы просто хоть раз сходили. Нет, да, никогда. Вот только ради рекламы. Всегда ради рекламы. Немного такой правды жизни. А еще, короче, мы сейчас снимали кадр для рекламы, где я душусь духами. Блять, не получалось 10 раз. Вы просто представьте сейчас, как от меня пахнет. Почему сейчас эти цветочки мрут рядом, вянут? Потому что, блядь, пиздец, какая воняет. Самокат не приехал. Почему приехал Зотман пицца, вот. Блин, там живот. Я все взял. Я взял жвачку-то. Все, успокоилась. Я Марсу говорю, идем гулять, тире, снимать рилс. Купил цветочки уже для рилса, смотрите. Арина, так, все, не вымогаем. Великая Лизе. Щедрость от Саши Тесмонда, пожалуйста. Арина, лучше покажи, что у тебя в другом пакете. Вот интересно. Такой крутой пакет из 12 сториз. А в этом магазине, кстати, такая хорошая была, как это назвать, флористка? Да. Очень классная. Она взяла, поучаствовала в рилсе, нам предложила, как там штатив, а не штатив. Так, все, на месте, так сказать, на споте. Сейчас будем делать Pinterest-раскладку, блядь. Единственный плед, который мы взяли, это плед Марса. Это вот единственное, что мы забыли, ладно. Все, давай, Арин, ненавязчивую эстетику. Ой, наконец-то все сняли, теперь реально можно покайфовать. Да. Это как-то даже это, как-то слишком красиво для жизни. Марсик тут отдыхает с нами, мы кушаем. Вот, ну арбуз, конечно, кажется, уже умирает. Да, он уже умирал там, когда пришел. Да. Пока едим, эти тут радуются. Марс прям веселый сегодня. Игривый. Отобрал, наконец-то, у него утку, блядь. За утку родину продаст, а? Опа! И у нас мировой чемпионат. Кто быстрее за уткой? Опа! Просто! Что за скорость? А теперь, блядь, 10 минут снова отбирать. Отдай. Господи, ну какой он у меня красивый. Самый красивый пес. Это ты самый пиздатый. Да, в этом влоге только Марс. Я его очень люблю, и что? Блогершу нашли валяющийся в объедках пиццы, в стекле, с тухлым арбузом в центральном парке Москвы. Продолжение в источнике. А измена, это вообще второй день уже. Лиза, прости. Я делал все, что от меня зависело. Избавляется от следов пикника. Пикник, все. Эстетику, пожалуйста, можно? Мы идем уже, Саша, вызвали такси, уже ждем. И Саша говорит, а где цветы? Я говорю, я не знаю. Он говорит, ты побежишь? Я говорю, да. Ну все, Арина, получается, заслужила. Все, я приеду. Ой, наконец-то присели в комфорте, да, немножечко? В таком красивом месте. Арина, ну что, осень, winter is coming, да, у тебя? Да. А мы сюда тоже не просто так пришли. Нас в рилсе в сценарии есть кафе, поэтому мы пришли в кафе. Сегодня, знаете, типа, день диктует не подписчики, день диктует рекламу. Да! Так, это мой эксклюзив. То, что мы просто стояли с Ариной, ждали такси, и проезжает бизнес Ультима. Ебать, вы что, ароматизаторами пшикаете? Он пахнет. Ничем он не пахнет. Домом дорогим каким-то. Просто мы его моем иногда. Так, мы пришли на эти бьюти-бомб. Боже, это уже какие-то викторины. Статусное мероприятие. Собиралось, видно, 20 часов. Девчонка, прям I love New York. Все, здесь гранж-стиле. Так, ну подошли мы к самому интересному, к тортику. Так мы вовремя. Итак, самые удобные ногти мира. Первое место. Ну реально суперстар. Итак, любимая часть мероприятия, что по еде, а у меня ланчбоксы. Поэтому ничего не ем, не едим и ничего не пьем. А вообще мероприятие приурочено к новому дропу. Такой гранж коллекции с Энтони Юлайн, Дашей Каплан и Настей Весвич. Вау, я ничего не шарю в макияже, но выглядит красиво. Аня Хохотетка сказала, мы сейчас охуеем.
Бля, пиздец, это то, что нам надо, Арин. Ребят, я в шоке, как они сюда принесли эту лошадь. Вообще, почему она здесь? My name is Bella Hadid. Так, ребят, были мы, короче, на мероприятии Beauty Bomb. Там было сложно сегодня, потому что было очень громко, но было очень прикольно, было много крутых ребят. Знаете, на мероприятиях чаще всего почему-то случается, что я никого не знаю. Тут я знал практически каждого. Вот, куча знакомых, прям приятный был вечер. Голос сорван, танцевали и орали. Вот, а потом мы поехали на такси, чтобы снять мне последний кусочек в этот рекламный рилс. Сегодня мы с Ариной, мы решили, что мы прожили самый занятой день лета, самый полный на эмоции какие-то активности, потому что, блять, вот этот рилс. Вот, а сейчас сидим дома, играем в игры. Ну, открой. Я открою. Арин, откроешь. Вот Арине дали этот ящик. Блядь, даже... Господи. Это мармелад. Короче. Это мне. Это мне. Все, ящик закрыт. Боже, мы поняли, что проебываем это лето. И в последний день решили найти домик и съездить. Компании друзей. У нас есть две проблемы. Нет домика и нет друзей. Вот, Аришки сюда с грейпфрутами. А тебе вот спортуголок, как ты Блин, видишь. Едем, а нашли. Мне вот, а тебе вот пуфик. А тебе вот пуфик. Тебе ура, пуфик. Скажи, мне пуфик. А мне пуфик. Чё, ты чё проснулась? Мы все спим. Спи. Спать. Пожаловаться на то, что ты уже 10 дней подряд выбираешь фильм, полтора часа выбираешь, этот мне не нравится, нет. И вот мы находим фильм, который нравится тебе, и ты засыпаешь через минут максимум 40-50, и я его досматриваю сама. И сейчас 10-я попытка. Сегодня даже за то, что я уже знаю, что он просто заснет раньше меня, он мне предложил 20 тысяч рублей, девочки. Новый способ заработка. Мотивация есть, я досмотрю. Я просто концовку вот так сделаю, блядь, все нахуй досмотрел. А утро в нашем доме начинается с водных процедур. А меня, ой. Всех обслюнявит. Ребят, мистическая посылка нам пришла. Вызывайте Диму Масленника, да, как бы? Просто, Масленников. Вызывайте Диму Амахасло. Просто звонится курьер. У нас постоянно куча посылок, там курсируют районы курьеры, то мы еду заказываем, то нам на рекламу что-то идет. Вот, мы поэтому всегда без разбора откроем, потому что, ну, правда, значит, это надо. И тут нам звонится. Мы также, как обычно, открываем. И смотрите, что нам пришло. Детское печенье, детское питание, вот 4 штучки, арбузик и водичку. Но, самое главное, при этом мы это не заказывали. И я спросил курьера, наша, ну, какая квартира стоит? Он сказал, наша. Возможно, это кто-то такой хотел мистический пранк сделать, приятный сюрприз из друзей. Ну ладно, я съем. Все равно, если даже ошиблись, то как бы приятно. Не надо квартиру чужую писать. А что бы вы сделали в этой ситуации реально? Я буду сейчас по всему подъезду и это бегать искать его. А я сам поем пюрешек зато. Так, выбегаю вот с таким набором еды. А я иду на тренировку по йоге. Кое с кем, интересно. Сейчас увидите все сами. Вот, Марсик один. Сейчас дома 20 минут, потому что Лиза уехала за мясом. Прям волнуюсь за нашего малыша. И сегодня очень много работали по документам Лизы по поводу ее визы. Там справки все эти делали финансовые. Привет. Привет. Куда идем сегодня? Мы идем на йогу. И просто вчера видимся на мероприятии, говорит. Пойдем на йогу? Пойдем. А мы вчера первый раз очно познакомились. Мне кажется, да. Позанимались йогой. Ребят, это была жесть. Утро дочери миллионера, чек. Я проснулась, заправила кровать, потом надела тапочки и пошла. Это, короче, штука, от которой мы делали ом. Все ушли, такие палочки, вот это ароматизаторы в нос дают. Мы сейчас только что пели мантры, Саша, наверное, офигел, потому что когда я первый раз пришел, короче, весь зал, и как будто, ну, есть такой стереотип, типа сектантство, знаешь, вот это. Все, я пойдем, я сейчас чувствую на преступлении. Да, ну мне, кстати, понравилось. Ну ладно, сейчас расскажем. Да. Так, все, мы вышли с йоги, можно, конечно, разговаривать, ругаться матом, пить, курить. Да и там, в принципе, можно было на коврике. Ага. Это самое странное, 5 минут знакомства с человеком, пойти с ним на йогу. Причем мы оба опоздали и пришли, типа, ровно. Ну, мы зато ровно опаздываем, мы теперь знаем. Вот, короче, оказался базовый уровень, это, ну, для меня это не база, для меня это очень сильные усилия должны были быть. Уже, ну, я понимаю, что прошло немного времени, минут 30, я умираю. А еще мне было очень грустно, что я не взял телефон и не снял его, потому что это было смешно местами. Да, потому что нас вот эта учитель называла одним именем, Саша. Да, она просто меня спросила, типа, как тебя зовут, друг? Я думал, это ко мне, а она спросила твоего друга, но, видимо, меня, короче, там реально подключение не то реально услышал. А, нет, и она сказала, на самом деле, как зовут твоего друга.
И, короче, я ее всю тренировку не понимал. Она обращается к нему, Саша. Саша. Чего она к нему прилипла, она ко мне прилипла. Ну, в общем, как тебе впечатление? Я выхожу каждый раз с легкостью какой-то. Да, трудно, но ты себя пересиливаешь, продолжаешь делать, что ты можешь на твой уровень, и ты выходишь с легкостью. Намного интереснее, чем просто силовые тренировки какие-то и для здоровья, и для душевного равновесия. Нет, я точно тоже дзен поймал. Я просто очень офигел, когда я на полтора часа было, попал на жесткую для меня реально неподходящую тренировку. Но к концу я реально уже освоился и как-то все принял, да, отпустил и словил дзен. Да. На автомате собака, морда вниз, морда вверх. Это единственное, что я знал. А там были шавасана ханам коракари. И она когда это все говорит, я на нее смотрю какими-то глазами щенячьими. Ну покажи хотя бы, как это делается. Вот, ну ладно, я смотрел на других и все повторял за ними. Так, наконец-то выбрался в центр. Мне кажется, впервые за эти 3 месяца так вот красиво гуляю. Показываю туристу Москву. Илья, сколько тебе не было? У меня не было год. Изменилось вообще внешне Красная площадь? А, табло появилось. Вот какое-то тут... Кубовичье колесо, вот это вот. В принципе, все как оно есть. Вот это, кстати, очень похоже на Париж. Вот единственное, что в центре прям похоже реально на Париж. Ой, кто? Я тут. Дама с собачкой и шапочкой конкретно. Я вся в говне извалялась. Я вообще вот так хожу, у меня вся кофта в какашке. Просто, а спонсор такого поведения Марсик, да? Саша так подумала, я все-таки не хочу во Францию, я хочу в Китай. Все-таки не зря я учила китайский, да? И что ты знаешь по китайски? А еще? Мне надо повторить просто тетрадку. Ну, в принципе, все равно готова ты к жизни, да? Да. Там, получается, теперь Саша теннис Пекин. Так, все, пришли в кафешку. Его главное блюдо все мы знаем. А он кушает у нас меню только бычий хрен. Боже, я так хочу есть. Собаку бы прям съела. Ненаигранные сценки только у меня на ютубе. Итак, друзья, легкий. Сейчас я вспомню это слово. Это школьная. Нет, у меня такой не было в школе. Не знаю, какой ты был такой роскошный. Так, ну вот у меня, кстати, вообще столовский обед. У меня котлетки с картофельным пюре. Так, пробуем. 0 звезд Мишлен. Обычные мамины котлетки. А еще в сыроварне самый-самый вкусный лимонад. Вот с маракуйей и малиной, ребят, будете? Обязательно берите, реально просто анриловый. Ой, ну какой красивый вечер, закат. Уже в воздухе немножко этим. Осенью, да пахнет как. Еще смотрите, что здесь над парком Горького-то сделали. Какую-то траву повесили, а? Макароны внизу. Теперь просто не ворота, а гиперэстетика какая-то. Ребят, сижу и замечаю вот это. Ну да, малый повзрослел, что? Малый повзрослел. И что, и поездка стала круче? Нет, пока не чувствуешь? Да растешь. Ребят, вот я в шоке, точно так же, как моя прическа, что с ней. Что мы встретились с Любиловым, потому что, ну честно, краш детства. Вот, а тут мы вчера увиделись на мероприятии, реально я ему написал. Он мне даже сам предложил, давай встретимся, сходим на йогу. И это все так просто и легко, и это так круто вообще, что хочется поблагодарить интернет и то, что, ну и такие люди существуют, как я, которые вот просто предлагают такую классную штуку. Я не знаю, как это объяснить, такие инициативные. Вот у меня такое тоже есть, но что-то в последнее время немного с этим стало хуже. Надо этим работать. Потому что, ну реально, на таких жизнерадостных, инициативных и классных персонажах держится этот мир. Вот, и мне было очень приятно вообще познакомиться, узнать, с ним поговорить. Илья прям нереально крутой. Вообще классный, супер прям. А я не знаю, будет ли это своим последним днем, если там дальше еще минут 10 хронометража, значит, я решил еще поснимать еще. Хочу пока сказать, что влоги я немножко разучился снимать. Я прям даже не знаю, как лучше, может они испортились, что ли. Потому что я прям переживаю по этому поводу и хочу поделиться с вами своими переживаниями. Просто у меня сейчас в моменте очень много, да, рабочих каких-то моментов, и я не знаю, как их показывать. То есть, как я там сижу, думаю над подкастом, как я там зову гостей, что у меня не получается, потому что это внутрянку все показывать, наверное, ну, не лучшая идея, и это не во влогах. Для влогов уже очень жду, когда мы с Лизой вместе поедем в Парис, конечно же. Сейчас мы активно, да, занимаемся сбором всех бумаг, это тоже занимает кучу времени, поэтому иногда у нас есть такие пробелы в этом влоге, это значит, мы либо делали рабочие моменты, либо искали документы для Лизы. И в Париже влоги-то уже будут. Я, честно, сам уже немножко соскучился по этому всему. Мне кажется, приеду и вообще по-французскому ни слова не смогу сказать. Я там точно окажусь уже в конце сентября. И надеюсь, уже вместе с Лизой. Это будет прям самая моя главная мечта, которая исполнится. И правда. Потому что, ну, уже как-то это... Макрону даже все комментарии в ТикТоке за это захламили. Уже реально достали. Вот. А начнется новая опять такая жизнь. Студенческая. С проектами по учебе. С новыми одноклассниками. Куча новых впечатлений. И это
это будет супер, прям очень этого тоже жду, потому что, ну, немножко уже наотдыхался, реально. А я пойду отдыхать дальше, пока можно. Вот я, знаете, буду пересматривать эти кадры где-нибудь, а-ля, так, не знаю, в марте, и буду думать, Саша, каким же ты был глупым, что тогда скучал по учебе. Ну, правда, немножко соскучился. Доброе утро, это... Доброе вас субботнее утро. Ой, я проснулся пораньше, выгулил Марса. Пока клипописали, сдал свою эти одежду в химчистку, отсмотрел выпуск подкаста и купил Лизе завтрак. И пытаюсь ее разбудить хотя бы им. Лиза! Ну такой сюрприз. Лиз, нет, мы не ждем 5%. Нет, Саша, я только открыла глаза. Моя девушка, это Венсли. У меня есть абсолютно ужасная привычка чистить зубы после еды. И это неправильно, потому что, во-первых, после сна у нас эти микробы, а когда ты их, ну и после завтрака, ты, получается, съел все эти микробы, и поэтому я себя отучаю от этого, и вот сейчас насильно почистил зубы до приема пищи. А еще, блядь, я поел начосов вчера и позавчера, и посмотрите, что на моем лице. Может, мне уже их снять, а? Реально, такие ровные, пипец. Я в шоке, как, просто как. Особенно нижний. Был заборчик заборчиком. Я в шоке, ребят. Ну, во-первых, мы пьем чай из пивных кружек, да, и что? А во-вторых, короче, в последнее время, вот в последнюю неделю я как-то не могу до конца вылечиться. У меня сопли и горло начинают атаковать. Я вот 2 дня не болею, а на следующий снова заболеваю. Не знаю, что делать. Чувствую какую-то вот эту сонливость, слабость. Вот эти трафлюшки мне очень помогают, снимают все симптомы. Я чувствую себя охрененно. Потому что мне как бы сегодня еще в зал, и я как бы сегодня точно не хочу болеть. Как бы дела не ждут. Да ты хватит в ТикТоке сидеть, я обещаю. Вот без камеры ты тоже сидят в телефоне. Возможно. В чем дома, в том и буду тренироваться. Ну а что? Зато удобно. Пришел домой после тренировки. Что происходит? Так, я не знаю, что. Так, пойдем гулять. Пошли, пошли. Пойдем. Пойдем, как и писить на улицу. Офигеть, смотрите, какую крутую Лизу сумку купила. А можно в профиль? Вот такая моднявая штука. Марсик теперь. Марсик Хилтон. Сегодня вообще на дениме нереальном. Друзья, то, что мы пришли в машину, и было открыто полностью это окно. И оно было открыто так 2 дня. Ну ладно, кепка на месте и сережки из H&M на месте, значит, все супер. Опа, в общем, мы приехали. На самом деле, мы приехали сейчас на какой-то собачий фест, Лиза нашла. Точнее, мама Лизы сказала, что она там была, там круто. Идем Марса знакомить со всякими, с друзьяшками. Что-то вообще не горит желанием, если честно. Им прям видно, что что-то он спать сильно хочет. Лиз, честно, признайся, сумку покупала под цвет майки специально. Да, я купила 5. А вот и вечеринка Марса. Марс пока не очень хочет сливаться. Так, вот и первые знакомства. А само мероприятие вот при таком магазине. Сейчас Марсику опять, блядь, накупим больше, чем себе. Но здесь, кстати, очень все красивое. По сравнению, знаете, вот с обычными, я не знаю, там всякими Бетховенами и так далее, где все уродское. Здесь прям можно себе под образ выбрать вот такую шлейку. Ребят, посмотрите, какая красивая, офигенная кожаная переноска. Просто роскошество. Стоит, знаете, сколько? 50 штук. Пиздец. Где же Марсик может оказаться? Ну, конечно же, блядь. У бычьего корня. Вот какая-то там вкусняшка. Вот, он прям думает, вот бы ему эту коробку сейчас задумал, ой, как забрать. Ой, 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 друзей сколько. Не может понять, к кому бежать, а? Были мы, короче, 40 минут в этом магазине, тире док-фестивале. Ну, на док-фестивале 3 дога. Круче был, в котором я утром была. Там прям дохуя собак было. Вот, ну да, немножко просто дождь, погода. Поэтому не так много персонажей. Было 3 дохлика, большая часть которых орали на Марса. Ну правда, а Марса хотел с ними дружить. Вот, ну купили ему, короче, вот такую штучку. Запечатляю вам, как он писает. Ну как тебе оценка? Я рада, что у нас теперь есть длинная вот этот поводок, чтобы, ну, конечно, гулять. В любимых цветах. Ну, и короткий, чтобы в городе с ним идти вот так. Ну просто разносище. А теперь, когда Марс бежит, он Лизу тянет, потому
потому что этот поводок об все тело. Марс, вперед, 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 вперед. Скорей, скорей, скорей. Беги, беги, беги. Ова, ова. Котик спит, мы едем. Лиза мне, кстати, запретила сидеть в телефоне, потому что она водит, и она не может сидеть в телефоне. Ну, в принципе, справедливо. А вот и встреча с Доной Лакостой. Дон Лакоста, где такой трендшот хапал красивый? Саша, вот здесь вот что написано? Я, кстати, не знаю. Ну, типа, ты есть кто-то. Так, очень интересная локация для съемки, но мы, короче, здесь только одна кабинка, и мы с мамой нас от того, кто будет первый в туалет. Нет, давай. Раз, два, три. Первый камень показывай. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Ха-ха-ха. Вышли. Вы, точнее, выкатились даже. Приели просто жестко. Ой. Смотри, смотри, смотри. Ой, сколько тут? Сколько тут чихуахуяшек? Давай, давай, вперед. Так, икона стиль Дон Лакост сейчас будет делать обзор на мой лук. Модный джинсовый микс из большой ветровки удлиненной с широкими штанами. Ну, вообще круто очень. Кепка в стиль Ютуки. Во-первых, мы начали играть в шашки. Во-вторых, да, мы пенсионеры. В-третьих, с Лизой стало скучно играть, теперь играю с гроссмейстером Марсом. Вот. И думаю, что на этой приятной ноте этот замечательный влог подходит к концу. Спасибо большое, что посмотрели. Давно не было видео, влогов. Я рад, что я наконец-то немножко вхожу в этот ритм и понял, как снова их записывать в процессе этого ролика. Будет много интересного контента, как и обычно, поэтому stay tuned. Так, а ты мне фишки тут не ломай. Stay tuned, подписывайтесь, пишите комментарии, как вам вообще этот ролик, влог, как вообще прошло ваше лето. Расскажите, мне будет очень интересно почитать, довольны вы ли им, успели ли все сделать, а что вы хотели сделать, а что сделали. Вот, а также напоминаю про мой промокод в сотке, поэтому, ребята, выпускники, те, кто хотят готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, обязательно переходите по ссылке в описании. А мы с вами прощаемся. До встречи в следующих роликах. Всем пока-пока.